Мир вам! Правда ли то, что все, что исходит от Бога, хорошо? Действует ли дьявол во благо? Как именно бесы обманывают и вводят в заблуждение людей? Как будет выглядеть Антихрист? В этом видео я расскажу вам, каким образом действует дьявол, его ангелы и его последователи. Главное, не судите по наружности, но судите судом праведным. Если человек стоит за кафедрой и держит в руках Библию, сегодня это уже не является гарантией того, что вас не обманывают. Существует два типа христиан. Первый – это те, кто безоговорочно верит истине, сказанной в записанном слове Бога, и принимает все обличения и все наставления как истину. И те, вторые, кто лишь претендует называться христианином, при этом не заботясь о том, что говорит истина записанного слова Божьего, и не выполняет повеления Библии. Если вы причисляете себя ко второму типу, можете даже не смотреть дальше. Вам ведь все равно, о чем здесь будет сказано. Сначала давайте посмотрим на те усилия, которые применяет дьявол, чтобы ввести в заблуждение. Христианин понимает, что дьявол – это враг Бога и четко соотносит этого врага с тьмой и злом. Но большинство христиан не знают, на что именно обращать внимание, чтобы отличить служителей дьявола от служителей Бога. У дьявола в этом мире есть множество последователей, воспевающих зло. Например, убийцы, маньяки, совратители, малолетних, насильники и так далее. Но дьявол не настолько глуп, чтобы предположить, что христианин последует за маньяком-убийцей, проповедующего с кафедры. Дьявол никогда не явится вам открыто с дощечкой, висящей на шее, гласящей «Привет, я дьявол, поклоняйся мне». Нет, он намного хитрее и изворотливее. Дьявол облачается в красивые одежды и тихо ждет свою первую доверчивую жертву, которая не смогла его распознать. Вы можете стать той самой жертвой. Если вы не знаете слова Бога, то вы никогда не узнаете, послал ли этих проповедников и учителей Господь или их послал дьявол. Сатана мечтает быть подобным Богу, о чем свидетельствует Писание. «Как упал ты с неба, о Люцифер, сын утра! Как повержен на землю ты, который ослаблял народы! Ибо ты сказал в сердце своем, я взойду в небо, я вознесу престол мой выше звезд Божьих. Я сяду также на горе собрания, на краю севера. Я взойду выше высот облачных, я буду подобен Всевышнему». Обратили внимание, сколько раз звучит слово «я»? Отметьте, что Люцифер, он же сатана, он же дьявол, не хочет отличаться от Бога. Он хочет быть похожим на Бога, так чтобы однажды провозгласить себя Богом. То, что ему не удалось сделать на земле среди ангелов, хоть и не всех, то ему удастся сделать на земле среди людей, хоть и не всех. Дьявол хочет быть так же почитаем, как если бы он был Богом. Об этом прямо написано в втором послании Фессалоникийцам. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет доколе, не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что и в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Если дьявол является подражателем и имитатором Бога, так ли легко его распознать? Конечно, нет. В вышеприведенном тексте Писания Павел предупреждает: «Да не обольстит вас никто никак». Это указывает на то, что дьявол и его приближенные кажутся тем, кем они в действительности не являются. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невелико дело, если служители его принимают вид служителей праведности, но конец их будет по делам их. С этого текста мы узнаем, что сатана может предстать в облике ангела света, и у него есть свои служители, принимающие облик служителей праведности. Этот стих очень важен для понимания того, кем может являться дьявол, а также его служители и какими методами они пользуются. Другими словами, есть так называемые пасторы, стоящие за кафедрой, которые в действительности являются слугами дьявола. Апостол Иуда и апостол Павел упоминают о таких служителях в следующих стихах. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нам». Слово «скрытно» является здесь ключевым словом.
Это неверующие люди, внешне вполне похожи на верующих, иначе как бы они смогли проникнуть в церковь незамеченными? В приведенных ниже текстах Писания Иисус осуждает книжников и фарисеев, как овладевших и пользующихся техникой и уловками дьявола. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». И снова в этом же Евангелии от Матфея Иисус дает четкую характеристику метода сатаны, говоря: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». После того, как Господь учил народ в храме Евангелию, в том же храме нашлись книжники и ведущие проповедники того времени, которые искали лукавых людей, чтобы их руками схватить Иисуса. Лука так описывает это: «И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя». Отметьте для себя, что эти шпионы, посланные за Иисусом, притворялись благочестивыми людьми. Это означает, что они просто играли в праведность и набожность. На самом деле они были обманщиками и мошенниками. Точно так же, как те, кто их послал, так и сатана посылает своих лживых служителей праведности в кавычках смущать и вводить в заблуждение людей. Сколько бы мы ни слышали подобных примеров и иллюстраций, нам иногда очень сложно понять, что сатана является непревзойденным в своей духовной маскировке и жульничестве. В Евангелии от Иоанна Иисус показывает, на кого все эти жулики и обманщики работают. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю вам, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Во втором послании к Коринфянам Павел говорит нам, почему так крайне важно уметь отличать методы обмана, которыми пользуется дьявол. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Этот стих раскрывает основной способ, которым пользуется сатана. Сатана учит о фальшивом Иисусе, о фальшивом духе и о фальшивом Евангелии. Большинство проповедей сегодня представляет собой не что иное, как притворный сироп, приправленный слащавостью для услаждения слуха, удовольствия толпы и поднятия самих себя в собственных же глазах. Эти послания изобилуют приятными на слух словами и похвалами, полностью упуская из внимания библейские истины о грехе, о праведности и о суде. Ярким примером носителя подобной фальшивки может послужить проповедник, говорящий: «Давайте не будем думать об учении, давайте будем просто молиться Иисусу и жить дружно». Это утверждение кажется правильным, но так же, как это делали ветхозаветные книжники и фарисеи, оно было сформулировано для того, чтобы ввести в заблуждение. Простое изучение слов Бога покажет лживость этого высказывания, так как истинно то, что Иисус неотделим от своего учения. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Обратите внимание на то, что учение Иисуса особое. Оно особо тем, что он называет его своим учением. Из приведенного текста получается, что учение Иисуса и есть учение самого Бога. Что же полагается делать христианам с этими лживыми учениями, которые были осторожно добавлены к телу Христа дьяволом и его слугами? Конечно же, ответ мы находим в Писании. «Всякий, приступающий учение Христово, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христово имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди
служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Павел знал, что это красиво звучащее и логически правильно построенное послание дьявола были созданы для обмана. В какой бы ситуации апостол ни оказался, он никогда не приукрашивал свои проповеди, как сказано в следующих стихах. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни лукавства, ни нечистых побуждений, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». В тот момент, когда пастор или церковь идут на компромисс с тем, что говорит Писание, сатана и его приспешники лживой праведности уже одной ногой в вашем доме. У сатаны есть особый план относительно мира во всем мире. Антихрист, о котором было предсказано, что он явится в конце времен, есть не что иное, как концентрированная ложь. Он будет править всем миром с помощью своей политики мира во всем мире. Эта политика представляет собой не что иное, как прекрасно замаскированное послание, состоящее из подслащенных и туманных заявлений, специально созданных для того, чтобы повернуть в хаос все население Земли и привести его к единому мировому порядку, который должен всех поставить на колени пред дьяволом, так, чтобы весь мир поклонился ему. Другими словами, сатана заставит свои добрые слова и красивые речи привести ему власть во всем мире. В пророческой книге Даниила мы находим подтверждение тому. И также посредством политики своей он сделает так, что хитрость будет преуспевать в руке его. И превознесет он себя в сердце своем, и миром погубит многих. И восстанет он также против князя князей, но будет сокрушен не рукою. Первое послание к Фессалоникийцам упоминает время псевдомира, который последует за восхищением церкви. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Выдвигает ли ваш пастор, либо ваша церковь идею всеобщего мира? Звучит красиво, но что же Иисус Христос говорил об этом? «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. И еще. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Давайте суммируем все методы обмана, которыми пользуется дьявол, чтобы не выглядеть в ваших глазах тем, кем он является. Первое. Он выглядит праведным. Второе. Он выглядит привлекательным. Третье. Он выглядит как ангел света. Четвертое. Он выглядит как овца, хотя по своей природе он хищный волк. Пятое. Он выглядит как брат. Шестое. Он выглядит как тот, кто учит Евангелию. Седьмое. Он выглядит как тот, кто молится Христу. Восьмое. Он использует правильные слова, но вкладывает в них неправильный смысл. Даже если он выглядит как обладатель всего вышеперечисленного, ни одну из этих положительных характеристик нельзя применить к нему. Так стоит ли удивляться тому, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос говорит: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Вопрос. Как узнать, говорит ли вам ваш пастор, ваша церковь, ваша воскресная школа правду? Ответ. Вы не узнаете этого до тех пор, пока сами не откроете Слово Божье, не прочитаете его и не сравните то, что говорит оно, и то, что говорят они. В конце выпуска предлагаю вам 4 простых принципа, которые помогут вам отличить истину от лжи. Во-первых, не верьте всему тому, что вы слышите, если то, что вы слышите, не подтверждается Словом Бога. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Во-вторых, не верьте людям, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. В-третьих, помните, что только с помощью Слова Божьего вы можете отличить истину от лжи. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает в разделение души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И, наконец, последнее.
Соотнесите все, что вы слышите, со Словом Божьим. Все, что вы не проверите, может стать причиной вашего отступничества. Не давайте дьяволу такого шанса. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Дорогой друг, если ты никогда не читал Слово Божье, если ты никогда не изучал Слово Божье, если ты никогда не взвешивал Божьим Словом все, что говорится с кафедры, проповедником или учителем Библии, если ты никогда не просеивал свою веру через Слово Божье, если ты никогда не смотрел на мир через призму Божьего Слова, то, скорее всего, ты сейчас находишься в сетях обмана. И лучшее, что ты сейчас можешь сделать, не откладывая все в долгий ящик, это открыть Священное Писание и начать его читать до тех пор, пока Бог не начнет очищать твое сердце, разум и душу потоками живой воды, льющейся из этого божественного источника под названием Библия. На этом пока все. До следующей пятницы и до следующего выпуска. Благослови вас Господь.